О, Тебе слава, слава, слава. Так много славы на этом месте. Так много благословения. Так много света живого. Прямо сразу заныривай в это помазание, в эту реку. Она течет из меня. Она течет из тебя. Она течет повсюду. Отец сегодня будет открывать в тебе это нетление. Он сегодня будет открывать в тебе этот ум Христов. Он сегодня поздравит тебя как следует. Он любит это. Ты радость. Ты счастье папина. О, Боже, Боже, такой прилив. Отец, спасибо тебе. Я благодарю тебя, что это как открытие храма. Когда стояли сыны, не могли стоять на ногах. Эта тяжелая слава опускается, опускается. И когда дело идет и касается твоей церкви, или я скажу твоего тела, как может быть иначе? Как может быть иначе? Как может быть иначе? Такая слава, такая слава, такая слава, такая слава. Такая слава. Такая слава. И священники сыны не могли стоять на ногах по причине облака. Ой, круговорот. Если кто-то упал, можете лежать, впитывать то, что есть, больше, больше. Такая слава. Помазание твое, Отец. Бери все, что хочешь. Бери все, что хочешь. Столько славы. Столько славы. Помазание твое. Слава, слава. Отец, спасибо. Пускай будет. Вы не переживайте. Не переживайте. Лучше принимайте это. Купайтесь в этом облаке. Еще.
Аллилуйя. Можешь сам прикасаться ко мне. Я чувствую на себе эту мантию. Помазание Твое, так много славы. Отец, спасибо. Не бойся, не бойся. Свобода приходит. Отец, спасибо. Отец, спасибо Тебе. Покрывало Твоей шекиной, Отец. Огонь! Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя. Спасибо, Отец. Высвобождаю Твое помазание обильно, обильно. Отец, спасибо. Этот занавес славы, он опускается на тебя сейчас. Огонь! Огонь! Пускай его слава умножается и сгущается на тебе сейчас. Это сила, которая умножается на имеющих, ибо имеющему приложится. И умножится. Аллилуйя. Давай сейчас все поднимем руки. Я сейчас хочу высвободить исцеление. И чем устойчивее и сильнее твоя декорация, то, что тебя тревожит, тем радикальнее тебе надо помышлять о нетлении твоего тела. Не просто убрать болячку, а радикально помышлять о нетлении. Я хочу, чтобы ты переживал помазание. Я хочу, чтобы ты переживал помазание. Переживал, как никогда. Сгущающийся на тебе славу. Отец, спасибо тебе. Просто оставь сейчас все, оставь все мысли. Есть только ты и Отец. Ты здесь для этого. Почувствовать Отца в твоем дыхании. Его течение в твоем теле и в твоей судьбе. Отец, о! Он вибрирует внутри тебя сейчас. Ангельские голоса. Thank you.
Открываются глаза, открываются уши, и помазание течет. Стайсь! Получал сегодня много. Получай это двойное. То, что ты ожидал и больше, мерой нагнетенную, переполненную, мерой доброю. Так много славы на тебе. Так много славы на тебе. Так много славы на тебе. Еще помазание растекается в твоем теле сейчас. Сильно! 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 Опусти руки. Просто будь одно с ним. Бери. Отец, спасибо, спасибо. Расширяется внутренность. Расширяется внутренность. Давай сейчас все руки поднимем. Сделаем этот мощный портал. Все поднимем руки. Пусть слава движется. Пусть слава движется. Прямо сквозь тебя. Умножается движение славы прямо сквозь тебя. Это можно чувствовать, это можно вкушать, в это можно одеться. Еще, еще, еще. Пускай течет, течет, течет. Пускай потоки славы наполняют этот город через тебя сейчас. Это общество Господне. Это общество Господне. И сейчас я буду говорить это. Я хочу, чтобы мы чувствовали это. Один животворящий дух. Одно Божье сознание. Одно нетленное тело. Вау, какой огонь сходит. Один животворящий дух. Один животворящий дух. Одно Божье сознание. И одно нетленное тело. И одно нетленное тело. Давай скажем все вместе. Один животворящий дух. Одно Божье сознание. И одно нетленное тело. В количестве сынов небесной цивилизации. О, Отец, такая слава здесь.
Ты созидаешь здесь высокие стены этого золотого города. Обитель с названием Прибалтика. Обитель с названием Европа. И говорил, и провозглашаю снова: здесь место славы Твоей. Я так хочу. Мы так хотим. И я говорю, всем нужно бежать сюда. Дальним и ближним. Здесь река жизни. И даже две. Потому что две реки слились в одну. Аллилуйя. Я же хочу еще что-то сделать сейчас. Давай еще чуть-чуть потечем. Я чувствую, это нужно. Мягкое исцеляющее помазание сейчас движется. Мягкое исцеляющее помазание в теле в твоем. Это явление духа, нетление через переживание помазания. Прямо сейчас исцеляется сердце у кого-то. Прямо физически исцеляется сердце. С любыми, какими бы то ни было симптомами, пусть ничего тебя не смущает. Я сказал, сердце исцеляется. Сердце исцеляется. И теперь я хочу, чтобы ты перестал чувствовать сердце внутри. Самое здоровое состояние сердца — это когда оно невесомо и не чувствуется внутри. И я говорю, сердце исцеляется. Сердце исцеляется сейчас физически. Дыши сейчас, дыши со мной. Пульсируй в этом течении. Отец, спасибо тебе. Также я сейчас вижу, десны исцеляются. Здесь так много помазания, так много славы, что просто ты можешь почувствовать его на руках, на губах, на лице. Просто буквально прикоснуться к нему и взять то, что ты хочешь. Можешь назвать свою декорацию эту по имени и сказать: диабета больше нет, аритмии больше нет, парадонтоза больше нет. Я сказал, парадонтоза больше нет. Щитовидная железа в порядке. Колиты в кишечнике ушли. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. И это помазание течет в круг твоей жизни. Наполняя все сферы. Личную, семейную, финансовую. Давай сейчас поднимем руки, закроем наши глаза. Сейчас созерцание. Я хочу, чтобы ты видел то, что я сейчас говорю. Помазание вытекает прямо из тебя и заполняет круг твоей жизни. Ты источаешь этот тук елей, и его достаточно, чтобы вся твоя жизнь была плодородной. Теперь есть сфера, которая считается у тебя болезненной.
ты избегаешь этой сферы. Прямо сейчас посмотри на нее, и пусть помазание течет туда. Сейчас колени у кого-то исцеляются. Колени, колени. Также в прямом эфире я говорю все эти слова для вас и для нас здесь. Отец, спасибо тебе. Также я вижу позвоночник в районе, посередине, вот ниже лопаток, исцеление. Спасибо, Отец, спасибо тебе. Сейчас ты можешь чувствовать на себе эти лучи славы и скажи сам себе: исцеление в этих лучах. Исцеление в этих лучах. По-женски исцеление сейчас происходит. Конкретно матка исцеляется. Матка исцеляется. Также в прямом эфире, кто нас смотрит, высвобождаю помазание туда, где ты есть сейчас. Оно исходит прямо из тебя, по моему слову. Течет в твоем теле, исцеляет твои суставы. Вставай и проверяй, как ты можешь ходить. Наклоняйся, чтобы увидеть, что спина здорова. Замери давление, ты увидишь, что оно в норме. Потрогай там, где была киста, ее уже нет. Это легко! Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе. Положи на себя руку сейчас. И скажи сам себе: рука Божья на мне. Как Илия, рука над которым была, и он бежал, бежал много километров. Это означает, что когда рука Божья на тебе, у тебя избыток здоровья. Избыток славных возможностей тела. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты почувствовал, как тело становится легким, невесомым. То ощущение, что ты взлетаешь просто. Пари. Пари. Спасибо, Отец, спасибо. Нетленное тело — это легко. Это легкое, славное, чудесное, невероятное тело. Тело Сына Божьего. Тело Сына Божьего. Похлопай по нему, скажи: тело Сына Божьего. Аллилуйя. Служение следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.